В Муравленко продолжается досрочное голосование по дополнительным выборам депутата городской думы 6-го созыва. Оно продлится до 9 сентября. Избирательный участок расположен в здании первой школы. Отдать свой голос досрочно могут те муравленковцы, которые по уважительным причинам будут отсутствовать в городе в единый день голосования 10 сентября. Каждому избирателю выдадут один бюллетень. В бланке указаны фамилии кандидатов, претендующих на депутатский мандат. За место в городской думе борются два самовыдвиженца Екатерина Паймулина и Алмаз Файзулин. «Единую Россию» представляет Марат Фазлидинов, ЛДПР Ольга Политаева, от КПРФ Александр Карабен. Избиратель с избирательным бюллетенем уходит в специальную кабину для голосования. Также ему выдается конверт. Когда избиратель проголосует, он вкладывает избирательный бюллетень в конверт, заклеивает и передает его членам избирательной комиссии. На данном конверте члены избирательной комиссия ставит две подписи, и эти подписи скрепляет печати. Далее конверт убирается в сейф. Досрочное голосование завершится 9 сентября. Конверты с заполненными бюллетенями будут скрыты 10 числа. Дополнительные выборы проходят по 5-му многомандатному округу, где зарегистрировано 2563 избирателя. В первый день досрочного голосования участок посетили 3 человека. Так как уезжаю в отпуск и 10-го, возможно, не буду здесь, решил досрочно проголосовать. Мне не безразлично, кто будет у власти, так сказать. И каждый год хожу, выполняю свой долг гражданский.